Всем, ребята, доброго дня. Значит, сегодня я делаю видео по поводу вот этого вот видеоролика. Ролик набрал почти 6000 просмотров, хорошо набрал ролик, много комментариев. Ну и мне спрашивают за судьбу этой голубки. Давайте сейчас откроем этот ролик. Вспомним, как тут было, и я потом расскажу вам о судьбе этой голубки, или вернее историю, чтобы она была уже до конца. Значит, на этом стоп, Значит, итак, я говорю тут, здесь была, та была не такая голубка. Значит, за эту голубку, которая у меня в руке, я чуть подзапамятовал. Ну, когда я поговорил, я сам лично к Бабичу не звонил, а я мы часто ко мне звонят. Веселовский Сергей. Ну, и я с ним поговорил, он сказал Бабич, что он посылал ее на полигон. Значит, и я тогда вспомнил, что еще одна была голубка. Значит, это самое, еще одна была голубка. Смотрите, вот на этом видео я поначалу подумал, в общем, Бабич мне послал двух голубок. Давайте сейчас посмотрим. И все становится на свои места. Просто за одну голубку я за эту забыл. Я вернулся к ролику голуби Терновки на полигон и все увидел. Ну, можно было и в записях, конечно, порыться, поискать. Ну, вот смотрите, вот мы принимаем голубей с Терновки. Вот, вот это, ребята, голубка. Это голубка. Не помню, она болела, не болела. Ну, в общем, мы ее загнали. Я помню, как я ее загнал практически первым летом. Она первый раз поднялась, хорошо поднялась и прошла наперед. Как раз наперед туда, на сторону гапака. На сторону гапака. И я ее, вы знаете, даже когда-то и видел там, вот, где она паслась, ну там. Есть у нас такой район. Я ее увидел. Но зрение у меня хреновое. Кольцо красное, понимаете? Я ее увидел тогда. Интересно, я думаю, голубка не похожая на полудикого, понимаете? И, ну, зрение плохое, а кольцо красное, понимаете? И я тогда ее обратил внимание. Ну, у меня так в голове мысль появилась, что это летная голубка. Но так как она уже и давно там, и все. В общем, это голубка Бабича, присланная мне на полигон. Я ее загнал первым летом. Как-то они прошли, все прошли. Она хорошо пошла в лед, я помню этот полет. И залетела. Почему она как бы не осталась в памяти? Потому что она залетела по первому полету. Так что вот Бабича голубка. У меня получилась Бабича одна голубка, вот это осталось. Благодаря Жене. И Попова голуб. Так что Бабича голубка вот. Ну-ка, красная, ну, у нее, естественно, красная, как так. Номер кольца, вот смотрите. Красное кольцо. Черный цвет.
Я помню, там вроде бы у нее кольцо 0,48. Сейчас величко скажет. Вот я записываю. Ноль сорок. Ноль сорок восемь. А, 42? Не, или 0,40. Ну, может, и я сейчас ошибся. 0,42 или 0,48. Ну, в общем, слепые, что он, что я. Вот эта голубка. Сейчас перенесем карантин. Ну, так, приехали голуби из Тернопки, достойные голуби. Еврозапорожье переживал, чтобы были достойные голуби. Ну, с кем соревноваться? Вот Юра. Достойные, да. Это достойные голуби. Ну, замечания все равно, да, мы видим. Ну, как замечания. По клювам, вот видишь, клювики есть такие, как головочка даже вот тут. Угловатая такая, это такое, ну, это уже совсем другое, как бы. Ну, сама конституция, конечно, могла быть нормальная. В общем, ставим им пятерку. Пока ничего не ставим. Хорошо. Ставить будешь когда-нибудь там. Хорошо. Вот она, первое, вот она, ребята. Да, ну, первое впечатление. Когда принимаешь первую Одессу, то после Одессы это не будет. Как вот, вот ты, да, вот ты знаешь, да, земля и небо. Все. На этом все, ребята. Приняли. Это, я думаю, ну, практически последний, может быть, предпоследний. Все, голубедром практически. Голубедром. Голубом. Голубка плачет. Без труда. Ну вот, ребята, так, на этом пока все. Ты веришь, что це можливо? Значит, в общем, история, ребята. Понятно, да? Значит, эта голубка, вот я хотел еще сказать, что твое свое от вас не уйдет. Вот голубка вроде бы и улетела, и все, но вы видите, в общем, она пришла опять ко мне. Так что вот это мое, понимаете, это мое. Просто чуть-чуть вот меня смутило, потому что Бабич, ну и я тоже иногда одеваю на голубей, ребята, старые кольца. Голубка, значит, на некоторых голубей одеваем старые кольца. Вот это немножко меня сбило с панталыку. Где, что и как. У нее кольцо, старое кольцо 12-го года. Так что бабича голубка опять у меня на полигоне. Только она уже, ее нельзя гнать. Ее нужно держать только на чердаке, в кудряшовке. Ну, такие вот дела, ребята. Ну, все, на этом все. Так что история, ребята, с сенсацией сильно не получилась. Такой, как я ожидал. Значит, в общем, поняли историю, да? Эта голубка Бабича была прислана мне осенью на полигон. И весной, загнал я ее зимой. Есть ролик, зимой загнал. Нашел ее весной. Женя и отдал. Вот она, ребята. Вот она. Так что... Хорошо, когда есть видеоролики, когда все можно, ну, и она и в журнале у меня, конечно, есть. Вот эта голубка. Сейчас вроде бы она у меня без пары, там у меня один голубь есть, а на него две голубки. Ну, та голубка, которая сильней, она возьмет это самое, возьмет этого голуба. Вот она. Вот, ребята, так закончилась эта история. Ну, может, она не закончилась, но, скажем так, я ставлю все на свои места, чтобы вы знали. Вот, видите, ее несколько раз подкидывает.
Вот смотрите, какая еще хочу сказать. Вот она при перелете, какая она пышненькая такая, пышненькая здесь, ну, при перелете в голубятне, хвостик такой большой. И какой она стала, когда пожила с полудикими практически полгода. Она совсем изменила свой, ребята, свой стиль, стиль полета. Нету, не осталось у нее той пышности. В общем, она адаптировалась практически под городские голуби, ребята. Почему так получилось? Ну, потому что жизнь в неволе заставляет голубей перестроиться и быть ближе к природе, чтобы уходить от людей, там, от хищников, от котов, от всего. Ну и летать также побыстрее, пошустрее. Хорошо, что у нее, ребята, все это получилось. Хорошо, что она осталась жива. Все, ребята, на этом все. Спасибо, что смотрите меня. Всем, ребята, удачи, хорошего настроения. Вот такая история произошла с голубкой Бабича. Женя, спасибо. Сегодня отличный ветерок, похолодало у нас, ребята. Ну, наверное, на всей Украине похолодало. Сегодня у нас вроде бы 17 число. Время 12:15. Витя понес голубей недалеко под ветерок, старых, молодых. Сейчас будет подъем. Ну, как подъем? Лета вряд ли будет, но хотя бы такая приучка. Пока приучка голубей. Пока такой цели нету, гнать, а просто пока приучаем. Вот так вот. Как видите, учкудук. Хорошая пара у меня вот эта вот. Голубка молодая. И голубок. Уже голубята у меня гуляет на вторых. То я убрал мешок, чтобы голуби заходили. Так, ну что? Пока не видно, но Витя не должен был... О, пошли. Вот он начинает кидать, смотрите, вот он. Первые пошли. Молодые, старые, ветер. Ветер поворачивается на северный. Северо-восток. Ага, вот почему похолодало. Несет к нам... Сегодня ночью обещают заморозки. Похолодало. Витя кидает молодых, старых всех. Ну, небольшой занос там, ну, может он 50 метров, может 100 метров отнес. Ага, вон основная. Ну, вот молодые, старые, все уже все. Начинаем, ребята, с ними. Ну, не сильно, скажем так, по-взрослому, но уже занос под ветер. Это уже как бы, ну, посерьезнее, скажем так, мы начинаем. О, что, ё-моё, четверку куда задуло? Позадувает их на далеко сегодня. Да, надо делать потряшку, ребята, надо делать потряшку. Сильный ветерок для молодых. Делаю, ребята, потряшку я, потому что ветер сильный, их понесло, надо было со двора кидать, понесло голубей, не привыкли они к такому ветру, как говорит, будут потери, четверка уже далеко. Рано мы по ветру погнали. Молодежь. Кажется, блондины. Да. Уже за блондином там. Да я знаю, да. Всех их подует сейчас, всех. Они к ветру не привыкли. Только старые могут от этого. Ну ты понял. Все будут там. Вон они уже, черт где. Они уже за блондином.
рано мы погнали по ветру, все, пиздец, молодежи. Было и нет. Я уверен, что половина молодых сегодня не сядет. Так, покажу вам, а тут вот где-то четверка. Думаю, старых. Ну ничего, что поделаешь. Если нет терпения, значит нет молодых. А попку еще вышло? Так. Попку еще летать. Покажи. Так, вижу я раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Пять над блондином. Но я думаю, это старые голуби. Молодых всех задуло далеко. По сильному ветру мы их погнали. А пока их и ждать. Их надо быстро разогнать. Чтобы потом спокойно. Старушка домой идет не из-за молодец, не глупая. Так, 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 так. А те уже черти где, ребята, те уже черти где. Вон там за ними. В общем, все. Нет Павла. Всех понесло. Да-да. Да всех Витя, всех Витя бросил, всех занесло туда. За блондина, за тебя, уже они черти где, за этим, за институтом. Все, уже. И молодежь вся там, да. Не будет уже молодежи. Все, он успокоится. Так ему как-то руки чесали, сейчас уже успокоится. Наверное, он собирал портфель. Только рябой был на улице, рябова он вряд ли кинул. Рябой был на улице. Да, заносил. Да сюда, к девятиэтажке. Да, по ветру. Ну что по ветру? Ветер туда, на это. Вон, я уже вижу. Вон одну над Смолеевым. Не-не-не, ветер же ж... Ветер на Романа Ивановича. Ну так он их к девятиэтажке же занес, он опять кидает еще от девятиэтажки. От девятиэтажки, как всегда, он кидает. Он думал, что они на девятиэтажку сядут, они все пошли. Ладно, давай. Хорошо. Так, еще Витя подкидывает. Может, это он им делает подтряжку. Ну уже что тряхать, они уже очень далеко. Они уже очень далеко. Нет никого. Не готовы были голуби, под ветер их унесло. А то он подтряжку делает. На вылычку подтряжку. Ну, уже тряхать нечего их. Они хер знает где. И молодые, и старые все. Ну, ничего, будем ждать. Остается только ждать. Вон и новых туда понесло. Вот такой у нас, такая тренировка. За 10 минут весь первый плот ушел. Так, пара появилась старых. Где-то... Так,
Тихо! Вот пара появилась. Ветер сильный. Парочка только появилась. Ну это что, 15. Появился бурый и белый. Это два голубя. Будем ждать, пусть крылышко набивает. Может, вечером ветер стихнет по приходу. Ну, уже и эту кидал. Нахрена ж ты ее кидал? Ну, в общем, пара белый. Какое-то сплошное. Полосатое, наверное. Полосатое, наверное. Ну, по одному появляется. Ну, естественно, старая. Может, это молодая стальная змея. Ну-ка, что это такое? Да не, наверное, старая. Такие. Сильный ветер, давящий. Появляются голуби, конечно, ребята, но я думаю, это старые появляются. А молодых нету сил у них. Прийти домой по такому ветру. Появляется кое-кто вот. Ну или надо ждать, чтобы он стих. Это все старичок. Как бы мне не хотелось. Двое
сплошных, один белый, там двое стоят. Ну как стоят, то и снесет, то стоят, то снесет. А вот еще что-то появилось. Благодетель же белый. Все старое. А ну-ка, может, это молодое? Нет, тоже старое. Все старые возвращаются. Сколько? 20 минут. 20 минут в полете. Старушка садится. Это старая у меня головка. Да, старая. Эти здесь пока. Хорошо будет, если мы сюда видим. Так, один сплошной сел, а те пошли вверх. Что ж это тут? Пара села, ну-ка. Ага, понял. Молодая. Неужели молодая летала? Не знаю кто, но не уверен я. Пошли в гору полосатые белые. Так пошли, они то пойдут по ветру, так как бы. Тут ветер стихнет, они пойдут, потом ветер, пара осталась. Они, наверное, все-таки старая, не может быть, чтоб молодая это. Как себя показала хорошо. Думаю, старая. Ладно, будем ждать, как слетит. Еще там одно появилось, еще одно летит. Ну, эти вот немножко подержались по ветру. Полосатые белые, ну сколько они, полчаса. И еще там что-то я увидел. Потихоньку подлазит, ну, старые, скорее всего. Он что-то лезет. Сейчас мы покажем. Или тут. Так. Вон, о. Пара появилась. Ну давайте, молодежь. Вон, что-то, ребята, появилось. Вон. Видели? Что-то есть, что-то лезет. Парочка садится, вот это летала. Полчаса вот. И что-то еще, ребята, там лезет за домом. Появляется низом идут, потому что верхом вон что-то там ковыряется за домом. Ну, думаю, что старые, ребята. Вот, выскочила, наверное, белая старушка.
Да, девушек молодых не гнали. Полосатая села. Все, еще что-то там лезло. Все старое, пока одни ребята старые. Одни старые. Еще что-то лезло. Ну, пока нет. Молодежи нет. Естественно, по такому ветру. Ну, видите, вот попался, пошел отдыхать. Пришел я домой, пролетела стальная, вижу, вот это было там, одно молодое здесь. Дай бог, может, поприходят и остальные. Особенно хватило сил. Это любимица величка. Наша змея этого года. У нее была ласточка, бабушка. Была неубиваемая бабка у нее. Ну, дальше будем ждать. Уже здесь. Рассольничек хочу сварить сегодня. Буду варить рассольничек и на них поглядывать. Кто что там, кто придет. Вон еще трое на этом. Трое на доме летали. А, я же мысника кидал. Не-не-не, как мысник садился. Что-то смотрят вверх, они, ребята, что-то там. Возможно, что-то летает. Я сегодня и мысника погнал, да. И, кстати, я его не видел. Когда он... Все-таки смотрю, вот эта репчастая молодая или старая. Что-то они поглядывают туда. Но я, к сожалению, не бачу. Ладно, пока так. Пока так. Одно молодое пришло, ага. Ага. Это чубатый. Чубатый вроде бы пришел. Ну, сейчас я посмотрю. Или чубатый, или такая, или жебрика, вот это, что мы называем. Не, вот сейчас вот садится. Одна в середке, вот. Одна в середке. А, вот мы называем жебрика, знаешь такая? Одна в середке. А верхняя мне плохо. О, верхняя сейчас посмотрю. Ага, сейчас буду смотреть. Еще пока не вижу. Ага, и мысника ж я погнал, и мысника пока что нет. Ну, в общем, ничего. Старого, да. Ну да. А, это-то, знаешь, это только что, наверное, сорвалось с этого. С крышей вот это, наверное. Хотя, не, это не с крыши. Не, это прошло. Пришло. Может, твой 2 на 2? Ага. Ага. Понял. Ну, ничего, это уже хорошо. Давай. Так, ребята, появляется. Вот еще одно голубя пришло. Вот молодое, второе молодое пришло. Угу, появляется. Вот двое. Угу. Так. Это кто такой? Ну, кто ж это? Бурый, нет? На солнце плохо смотрю. Я уже из дома, ребята, снимаю, прошу, правда.
Это что летало, наверное, с крыши сорвалось. Да, это то, что летало, с крыши сорвалось. Вот садится. Ладно. Начали собираться, слава богу. Как минимум уже два штуки с молодых пролетело. Будем ждать дальше. Так, ребята, прилетел еще один. Я так рассольничек варил. Покушал аж. Вспотел. Это самое, как есть поговорка. Пить до пота. Я что-то там, ну, в общем, так у меня есть до пота. Вот прилетел по одной. Полосатый по одной. Так что возвращаются, ребята, возвращаются голубята. Не знаю, все нет, но... Потихоньку возвращается. Может, ветер стихает, может, как-то что-то, но хорошо. Вот, хороший по одной. А, это, кстати, вон по... У меня есть видеоролик. Я там его отца, как бы, полострябый такой, веслокрылый. И говорю, ну, так и так, что вот крылья свешены, а летное качество отличное. Вот это по нему вышел... Вышло два голубенка. Один вот такой. Видите, крылья сложены хорошо. А второй действительно опять пошел в отца. Такие немножко свешенные крылышки. Но оба пока с этой передряги вернулись. Вот тоже летчик растет. Совместная такая пара. Бугорябый. Ну, в общем, я чуть-чуть чуть-чуть испугался, но голуби ворачиваются. Все ли или нет, но уже несколько штук я увидел, уже успокоился. Если есть возможность сегодня было прийти, значит, они... У всех должна такая возможность быть. Хотя Андрей там видел над нашим домом, атаковал, что-то там атаковало голубей. Может, серая ворона, может, еще что-то. Ну, в общем, когда не над домом, уже по-разному бывает. Вот он. Это... Нет, это старая голубка. Нет. А, вот он крайний. Вот это он. Так что возврат потихоньку идет. Ну, к вечеру я потом еще сниму. Скажу вам, кого нет, кто есть. Пока на этом все.